Привет, это Сафронов, и сегодня у нас будут, вау, какие-то зомби. Ну, они весьма милые, как это и бывает. Вот такие зомлингс. Вот пакетик. И вот пакетик. Куча пакетиков с зомлингсами. Там еще не только будет зомлингс, но это не простые зомлингсы, это, по-моему, английские зомлингсы. Так что они... Ну нет, это я шучу, я имею в виду, что они в каких-то этих штуках, понимаете? Каких-то таких штуках, какие-то нас ждут вот такие зомлингсы. Я даже не понимаю, и что это, но я схватил, потому что мне показались они интересные по картинке, и поэтому я взял их вот столько, и еще даже автобус с ними. Ну, в общем, давайте посмотрим на них, что они из себя представляют. Первая серия, кто выпускает их, кто же их выпускает, неизвестно кто, да, видимо. Какие-то вот not toys, magic box, вот какие-то вот такие, бокс такой вот. В общем, это было сетом шло, я заказал их из Штатов, из Америки. Распаковочку посмотрите по ссылке в описании, а там же сервис по доставке товаров из Америки. Переходите, участвуйте там в конкурсах, регистрируйтесь, получайте адрес и все такое. И, в общем, сейчас это можно сделать прямо. Так, переходите, посмотрите, а мы сейчас перейдем, посмотрим к зомблингсам. Зомблингсы в городе, еще называется эта серия. Здесь должен быть какой-то маленький домик, то есть и зомбик. Ну, взглянем. Попозже чуть вам скажу по поводу цены и других аксессуаров. Давайте просто посмотрим на одного из них. Я, знаете, люблю такие пакетики. Мне даже рубрика раньше называлась «Секретная закупка» или «Распакуйка». Но, чтобы не запутать, потом я перестал как-то называть отдельно. И сейчас просто распаковываю, что мне нравится. Вот. Внутри штуковина. И буклет. Вау. И да их здесь целая куча. Но здесь их целая гора. Вот их сколько здесь. Вы видите, они какие есть. Какие-то уличные спортивные зомби. Зомби-животные и зомби... зомби-монстры. Да? Какие-то... А, водяные зомби. А это какие-то ледяные зомби. Да. Зомлингс-зу и зоопарка зомби. Это... Какие-то, я не понимаю, кто это. Мышка, это... А, это как... А, ну вот это как раз, да, я так понимаю, всякие монстры-зомби. Те зомби сами по себе монстры. Фермерские зомби. С другой стороны, еще есть. Вот, какие-то адские страшные зомби. А, это всякие клоуны, понятно. И ультраредкие, и limited edition еще есть. В общем, они тут еще делятся по разной редкости. Можно построить вот такой вот свой зомби-город. Зомби-таун, в общем, можно поставить... Построить. И смотрим. Значит, в комплекте у нас идет вот такой зомблингс. Зомбикс. Господи, название-то. Зомлингс. Ну, просто это... Они имели в виду зомби. Зомлингс. Понятно. В общем, идет такой домик с крышечкой. А, вот сверху логотип. Это нижняя часть. Это верхняя. Это дверь. Тук-тук, кто в домике живет, открываем и смотрим на первого. Оу, мне попался зомби-клоун. Они резиновые, эти зомби. Из резины сделаны, как трэш-монстрики, как другие фигурки. Я уже много раз устал повторять, что это примерно один и тот же формат. Вот таких коллекционных, таких вот брэм-брэм человечков. Прикольчиков. И, в общем, сами все понимаете. Так, давайте посмотрим на его домик. Домик просто пластиковый домик с черепушечками. Но он миленький. Он хоть и как бы бесполезный особо сильно, но миленький, почему бы нет. Это может быть его домик. Опять же, зомби, у которого есть свой домик. Это, по-моему, всегда мило и хорошо. Почему бы нет. Не у такого количества зомби есть свой домик. Давайте посмотрим на следующую. А, я не посмотрел по редкости. Кто это? Где-то вот я видел этих клоунов. Где-то я видел клоунов. Я сейчас не могу найти. Где же клоуны? Мне казалось, что с этой стороны. Вот с этой стороны. А, вот он, да. Обычная серия. Обычная. Да? Или редкая? А, нет, редкий клоун. Нет, или обычный у меня клоун. Нет, редкий. Редкий. Он что, еще и светится? Нет? Я не понимаю, он светится или, наверное, он должен светиться.
Сейчас посмотрим, подглядим. Вроде нет. Ну, давайте я пока оставлю на свету, там в конце разберемся в итоге. Сейчас посмотрим, какие другие еще попадутся. Следующую открываем. Зомбаря. О, еще один зомбарь пришел. Ты зомби-котик, да? Вот он ест себя, видите? Так, достаем эту штуковину. Другого цвета домик. Этот вкладыш такой же. Мы уже не будем на него смотреть. Первая серия. Единственное, что посмотрели. Все, отложили. И смотрим на домик. Тут какой-то другой зомбарь. Скрываем. Ю-ху, это зомби-рыба. 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 Классный, с такими выпученными глазами, с иракезом сверху, с плавником, с губками. Может вас поцеловать и тоже поцеловать вас в мозг. Вот так сделать примерно. И вот такой вот получился у нас миленький зомбарик. Не, не ешь, он может быть очень редкий. Ну, вот такой. Кстати, этот из-за того, что у него ручки тоньше, кажется более такой резинистый, чем зомби-рыба. Кстати, давайте посмотрим, как они ставятся друг на друга. Вот так. Вот так ставятся друг на друга. А там могут быть другие домики. Почему нам показали? Смотрите. Есть такие квадратные. Видимо, это либо в других сериях, потому что мне кажется, что здесь все квадратные. А, это есть деревня и есть город. И в городе все, видите, такие, в деревне все такие домики типа сельские, а в городе вот такие дома можно делать башенками. Следующий зомбарь, давайте взглянем. Это будет... Кто же это будет? Это будет рыженький дом. Вкладыш. Есть рыжий дом, и там кто-кто? Слушайте, по-моему, еще клоун. Слушайте, по-моему, мне еще повезло так на клоунов, нет? А, нет! Это жучара какой-то, жук с зелеными руками. Они вот похожи, на самом деле, сейчас делают немножко других, а они похожи вот по своей резинистости на первых самых трэш-монстриков, которые у меня были, которые появились. Такая ностальгия они такие. Ну, может быть, эта резина не супер качественная, не супер крутая, но они прям вот очень похожи, прям такие немножечко прям желейные. Кстати, вот цвет рыбы и вот этого парня совпадают. Ставим сверху еще один уровень. Прикольно, что разных цветов. Цвета тоже классные. Так, открываем следующего зомбика. Красный тоже. Надеюсь, не повторка. И там... Нет, там не повторка. Там не повторка. Ой, там какой-то здоровый парень сидит. Где открывается-то дверь? О! Это зомби-черепаха. Слушайте, у меня тут жук, рыба, черепаха и клоун. Вот эта компания. Ну, черепаха хуже всех сделана, она как-то плохо покрашена, у нее, правда... Ой, черепаха сшита, смотрите, у нее зашита здесь, и из-за этого теряет, скажем, детализация, из-за этого резины, и так вообще прикольно, она с зашитым ртом, с зашитой шеей, с такими синячищами, и еще, я так понимаю, со скрепленным какими-то скрепками, расколотым, полурасколотым панцирем. То есть должна быть сама по себе криповая и стрёмная, но... На деле она просто выглядит как милая черепашка. Так, башня, ну-ка попробуем посмотреть, насколько высокая она получится. Вот, стоит. Ну, можно и так ставить, можно просто по отдельности. Можно поставить две и вот так. А рядом-то их можно составить? Ну, рядом они, кстати, не очень. Из-за того, что у них дверь, они так рядом не очень стоят. Но в целом, вот, ну, башню можно из них поставить, это главное. Можно поставить башню, и это главное. И так их хранить и удобно. О, кстати, можно устраивать башню одного цвета. Можно устраивать башню такого цвета. Одного красного и подбирать. Хотя мне нравится больше разноцветный, поэтому так и сделаем. Так, так и вот так. Вот так и будет. И последнего вскрываем. Определимся сейчас, кто же у нас в итоге попался нам. И сделаю вывод по этой коллекции. Ну, а еще потом я вам кое-что покажу. Если понравится, покажу вам еще кое-что. Слушайте, а вот сейчас не повторка? Нет, у них цвета просто у многих похожие, слушайте. Это не повторка, это... Внимание! Е-е-е, какой-то рокер, слушайте, зомби-рокер. Зомби-рокер.
У него глаз крутой со звездой, второй глаз просто звезда. Палец вверх поднят, гитара с, в виде кости, скелет такой, из скелета сделан, наверное. На пятой точке гитара, то, это звезда тоже, ирокез, и в голове у него какой-то гвоздь торчит. Вот этим он зомби, то есть это зомби-рок-музыкант. Вот такая у меня попалась, значит, у меня команда. И можно выстроить башенку. Вот. Сейчас давайте посмотрим по редкости и скажу вам, сколько они стоили мне. Ну вот, пока я ходил, котик ушел. В общем, эти ребята. Итак, вот эти действительно, это называется неоновая серия, но она редкая, и правда редкая, но не светится. Я пробовал, и они не светятся, к сожалению, почему-то, не знаю. И вот этот, они из неоновой серии, и мне казалось, по логике, они из такого материала, с какого-то. Мы теряем детализацию, мне кажется, и они должны быть какие-то супер, но они не светятся. Почему-то, может, что-то я неправильно сделал, хотя вроде я как бы не первый раз проверяю светящиеся фигурки, так, к лампе подносил, но не светятся этим. Ну ладно, все равно, они типа редкие. А все остальные обычные, вот этот жук обычный, черепашка обычная, из одной серии, кстати, из одной бригады. Вот эти вот, это целующаяся рыбка с черепашкой, и из другой жучок. Вот такая тема. Еще я как в следующем выпуске, в одном из следующих покажу, у меня есть для них автобус. Автобус, пока рассажу их по домам. И вот этих вот парней посажу в красные дома, пусть живут в таких, редкие парни живут в красных домах. Есть автобус, покажу, но мне просто понравился как внешний вид его, типа школьный автобус зомби. Ха, забавно. И по поводу цены, это обошлось мне $9 была стоимость, по-моему, вот этих чувачков. То почему говорю по-моему, потому что сейчас на данный момент он там стоит 8 с чем-то, ну, по-моему, мне за 9 с чем-то, потому что цены меняются, там дешевеет, дорожает и так далее. И, ну, по-моему, мне $9, ну да, за $9, за 5 фигурок и 5 этих, я считаю, это нормально, учитывая, что у нас в среднем каждая там один пакетик 300-500 стоит рублей в целом. Ну, неважно, таких фигурок или других. Ну, даже за 300 рублей 5 на 3, и тут всего у нас $9. То есть за $9 вообще отличная. Ну, там плюс доставка. Можно смотреть, там всяких полно. У них в Штатах разных коллекций серий, которые у нас нету. Интересных, прикольных, необычных. И можно заказать вот такой вот набор. Это сразу шло набором. Со скидкой получается. Ну, и там были еще другие какие-то серии. Ну, я вот в том числе взял посмотреть на этих зомлингсов. На этом, пожалуй, все. Ждите других обзоров. Переходите по ссылкам в описании на распаковку и на сервис. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока, будет много еще классных обзоров игрушек. Пока.